Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. И куда нас только не забрасывала старая карта. Волшебный артефакт, позволяющий оказаться на берегу любого моря в любой эпохе. Мы, я, старый боцман и двое салажат, Витя и Света, ученики Академии парусного спорта, открытой для питерских школьников «Газпромом», видели корабли Петра Великого и адмирала Ушакова, лодьи архангелогородцев-поморов и шлюпы российских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева, впервые достигшие ледяной Антарктиды. И вот пора решать, куда мы отправимся на этот раз. Стоит лишь пройти за карту. Смотрите, что я нашел в интернете. Ну-ка. Карта Ледовитого моря и Восточного океана составлена в 1844 году гидрографическим департаментом Морского министерства России. Тут написано «Русская Америка». Помните нашего знакомого матроса Федора Конкина? Он как раз оттуда. Он столько рассказывал об этих местах. Вот я и подумал, а почему бы нам не отправиться в Русскую Америку? А вот на карте и город Новоархангельск. Сейчас он называется Ситка. Что ж, салажата, клянусь Нептуном, идея неплоха. Собирайтесь и отправляемся. Подойдем к Новоархангельску с моря. Всегда мечтал побывать на Аляске. Я готова, теплый свитер взяла, варежки и шапку. Ну тогда пошли за карту. Какие огромные волны! Это настоящий шторм! Берегитесь, салажата! Мачта падает! Где мы? Что делать? Без парусов мы не сможем управлять яхтой. Плохо дело. Нас несет к берегу. Еще немного, и яхту разобьет о камни. А ну, без паники, разорви меня, кашалот. Витя, волоки запасной кливер. Кливер? Да, малый треугольный парус. Его ставят на носу судна. Поставим кливер на обломки мачты. Он позволит набрать ход и управлять яхтой. Света, помогай крепить снасть. И взяли! Еще взяли! Света, вяжи узел, крепи кливер. Фух, готово. Эва на борт. Есть, капитан. Теперь можно увести яхту под защиту того мыса. Там вроде бухта. Переждем там шторм и отправимся дальше. Куда мы с таким обломком мачты? Да, бедная наша яхточка. Ничего, что-нибудь придумаем. Клянусь Нордостом, не из таких передряг выбирались. Шторм слабеет. В глубине бухты лодки узкие, длинные. Это кто? Это салажата. Самые настоящие индейцы. Индейцы? А где у них перья и томагавки? Это другие индейцы. Они из племени тлинкитов, жители Аляски. Русские поселенцы называли их калюжи. Тлинкиты жили рядом с русскими, иногда воевали, но больше торговали и дружили. А они на нас не нападут? Вряд ли. Одна лодка в нашу сторону плывет. Тлинкит на головной лодке встал в полный рост и машет нам руками. Показывает, что у него нет дурных намерений. Эй, на яхта! Вы из России? Ух ты! Они знают русский язык! Тлинкиты давно живут рядом с русскими. Научились немного. Света, беги на камбуз, тащи все сладости, какие у нас есть. Сахар, конфеты, шоколад. Индейцы ценят сладости и охотно приобретают их вместе с другими товарами. Сейчас, я мигом. Ваша лодка сломалась. Вам плыть в русские селения? Да, мы попали в шторм и потеряли мачту. Вы не можете нам помочь? А вот и угощение. Давай передам.
Прошу вас принять подарок. Этот едят? Да, называется шоколадный батончик. А? Но он очень вкусно. Так вы поможете? Мы идем в Новоархангельск, в Русскую Америку. Клинки ты, друзья русский, мы помогать вам. Мы тащить ваш лодка нашими лодка до самый город. Отлично, Витя, Света, готовьте тросы. Пойдем на буксире у индейских каноэ. Есть, капитан. А лихо они гребут. Клинкиты умеют строить лодки для рыбалки и охоты на морского зверя. Вижу на берегу дымы, много. Света, подай подзорную трубу. Это уже Америка, Аляска? Да, впереди Новоархангельск, столица Русской Америки. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.